Всем привет! Вы на канале Мамочка 3D в деревне. Так четко, ясно. Ты с лопатой стоишь, я тоже вон с лопатой совковой, потому что мы откопали тропинку для коз. Вот тут у нас пойдет козочка, вот к иве. Это у нас ива растет. Вот тут у нас маленькие грязными своими, сейчас руками покажу. Потому что руки рабочие. Так, значит, это вот маленький кусочек, это красная смородина. Вот это вот большой, это крыжовник. А вот это как раз ива. И сейчас мы пойдем коз... А это выглядывает дубок. Вот, сейчас мы пойдем козочек. Пошли за козочкой, за одной. И сейчас посмотрим, как она будет кушать иву у нас. Так, тут тихо у нас, малышок, тихо. Я забрал Берту, мама. Демкой. Демкой что-то значит. Берта не очень хотя, но идет. К нашей тропинке. Да, Берта. Вот, мы подошли к тропинке. Пошли, Берта. Пошли, тебе понравится. Смотри. Вот. Подошла. Ну что, кустики будешь есть? И куда? И что, это значит, все было зря? И куда она убежала, интересно? Ага. Все зря, значит. Попытка номер два. Мы если зайдем к нашей тропке. Лиза пока, кажется, даже лучше идет. Вот, даже если ее не буду держать, она идет. Понимаю, что что-то будет. Что-то намечается. Давай, пошли аккуратно. Лиза, что ты пытаешься? Пошли. Вот, вы подошли к нашей. Вот, смотри. Это сюрприз. Смотри, вот. Кушай. Да, что мне? Смотри, какая свежая, сочная. На. Вы что, все зря, что ли, сделали? Кушай. Ой-ой-ой-ой-ой. Не удалось. Пошла она по своим делам. Козьим. То есть она хочет сказать, что это было все зря. Чуть меньше, чуть больше, плюс-минус. Мы полчаса здесь копались. А им это не надо. Ну, ё-моё. Что там бабушка делает? Пойдемте-ка посмотрим, что бабушка напридумала. Из-под шкур вышла. Из-под шкур. Сейчас под деревья. Ага, значит. Уйдите, ребята. Ну вот, будем под деревья. Будем под деревья сейчас. Чтобы деревья росли счастливы, здоровой жизнью. Так вот, легким делом, ну, как легким? Движением. Да, легким движением, но не очень легким делом. Вот так вот докидываем навоз. Пока докуда достаем. Да. А потом... Подтает все, можно будет и подправить. Вон бабушка продолжает. Под каждое деревце. Главную работу не делать. Даже его не перекидывать. Сразу же раскидаем. Лопушок-то деревенский.
Он у нас пруд отмерзает после холодненькой зимки нашей. На дерево так на воздуху накидаем, потом присыпем сеном. Это будет как витамины для деревьев. У нас деревьев не так уж и мало. Да, под каждое, если... Ну, я думаю... Нашего навоза мало, мы еще к Вере Васильевне ездим. Да, для витаминчиков, для этих деревьев. Мама вон там вот сидит. О, кстати, вот лыжи здесь. Следы от лыж. Помню, тогда я, мама снимала, я поехал с лыж и носом нырнул прямо в снег. Ну, также это видео вы сможете посмотреть на этом канале. Заходите, не стесняйтесь, смотрите это видео. Очень смешно. Бабушка забрала следующую партию и поехала кормить деревья. Пошлите-ка зайдем к нашим козляткам. Вот наши вот козлятки. Ребятки. Вот, не спеша прибежали. Да, с рожками. Теперь я вижу, что у вас здесь все хорошо. Давайте, я вас просто навестить пришел. Малышню тоже решили к мамкам вывести погулять. Мишка боится. Мишка, да. У нас сегодня так тепло. Хорошо, градусов солнышко, 10, примерно, вообще, да? Прекрасная погода. Чтоб не поднули эти-то. Будем следить. Да, народ, кстати, они да. Такие не очень родивые, нерадивые мамки. Тихо, 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 тихо. Тихо, мы аж боимся. Тихо, да. Не-не-не-не-не, ты куда туда-то пошел? Не ходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ах, ты какая? Тихо, нельзя. Ах, ты какая? Вот, видите, это к вам, а вы-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты посмотри. Твое, это твое. Ну-ка, ну-ка. Мать, ты чё? Ты это чё? Твое вообще-то. Посмотри-ка, боишься? За них и боишься. Твое. Вот, вот там. Ну-ка. Ай-яй. Ай-яй. Нет, надо обратно. Потому наверное, что водомет да. Нафиг на рога подцепит. Это твое. 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, забирай скорее. Тихо-тихо. Забирай.